Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, рассказал нам о том, что внезапная смерть станет частым явлением и является признаком судного дня, признаком того, что этот день приближается. То есть, когда множество людей умирают внезапно, это является признаком приближения судного дня. Вроде вчера только этот человек был с нами, и вот его нет. Возникает вопрос, как человек может подготовить себя к внезапной смерти? Что нам следует делать? Прежде всего, всегда поминать Всевышнего, произносить слова «Ля иляха илляллах». Очень легкие для произнесения слова, но награда за них высока. Просто повторяйте их все время. Потому что мы знаем, что если последними словами человека будут «Ля иляха илляллах», то такой человек становится обитателем рая. Постоянно произносите эти слова «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах». Сделайте это вашим постоянным привычным действием, чтобы вы привыкли часто говорить «Ля иляха илляллах». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в хадисе от Ибн Маджи передал 5 выражений, которые начинаются с «Ля иляха илляллах». Необходимо лишь менять концовку. Первое – «Ля иляха илляллах, Аллаху Акбар». Второе – «Ла иляха илляллах вахда». Третье – «Ла иляха илляллах, ла шарика ла». Четвертое – «Ла иляха илляллах, лахуль мульку ва лахуль хамд». Пятое – «Ла иляха илляллах, ла хауля ва ла куввата илля биллах». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, «И на смертном одре им будет сказано, тот, кто скажет эти слова, огонь ада не коснется его». Но как он скажет эти слова, если смерть придет неожиданно? С помощью того, что он постоянно их будет произносить. В любой свободный момент, при любой возможности такой человек произносит «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах», «Ла иляха илляллаху Аллаху Акбар», «Ла иляха илляллах вахда», «Ла иляха илляллах, ла шарика ла», «Ла иляха илляллах, лахуль мульку ва лахуль хамд», «Ла иляха илляллах, ла хауля ва ла куввата илля биллах». Да одарит Всевышний каждого из нас благим концом, да сделает Всевышний наши последние деяния благими, и пусть нашими последними словами будут «Ла иляха илляллах». Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего даавата, пройдя по ссылке в описании. Да приумножит Аллах ваши благие деяния.